Мало. А, рысь, скажи, еще был. Угу. И вылет был. Я забыл. Сколько? А Митриос кому-то нужен вообще с лича? Что? Митриос. Дмитриос. Нужен на распылитесе. Отлично, дайте подождать всем. Ну, возьму потестить. Че там, дагер, ну, пыль. Дагер тоже потестить могу. Я вон Серджу сегодня рассказывал, ну, Мерси типа загрыли в нул из-за того, что дагеры не падают. Че, правильно сделал, блядь? Да, красавчик. Ну, типа, просто ушел из игры. Не, ну там смотря какой КД, я бы тоже, наверное, ушел. Хилый моча. Это, ну что, на ДД моча, блин. Ну типа и Лаша упала уже. Ну почему Джангиса тут нету? Ну, это вопрос к нему. Потому что он скипнул все, видимо. Да, ну заебало это уже. Рома, ты если, блядь, отходишь, ты пиши кому-нибудь хоть. Да он на каждом трэше отходит, вы чё? Я не отхожу, я переписываюсь с Мэтт Фоксом. Я когда отхожу, я пишу, что я отошел. Да надо ебать, надо ебать нахуй все. А ты вообще молчи, сука, человек, замутал меня как пидор, если не сидит, блядь, там доебаешься. Воу-воу, полегче, ребята, вы что такие гадкие все? Комбо отреснуть не можем. Финиш хим нахуй. Происходит. О, бидун танчит, нихуя. Нормально. Хорош, туда да, ее, помойку. Помойку эту дуру в ранкере. Только не зайдите в комнату раньше времени, пожалуйста. Нет. Не ну, хинкалинки нет вроде? О, кого-то проткнуло. Насквозь? Сейчас мы узнаем, кто это был. Ну как насквозь? Так, Саганса на полшишки. Там бурануло знатно, нахуй, я видел. Пробурило нормально так. Есть пробитие. О, это хорошо, отлично, ух. Гоша, нахуй. Да. Молчи. 500 голды, и я молчу, и сраит. Это... Завали ебало, нахуй. Развернитесь, это включено. Резните нас, пожалуйста. Я сказал, 500 голды, и я молчу, и сраит. Мне, кстати, Серджу тоже что-то такое, блядь, послышалось странно. Чуть-чуть, да, такое проскочил, там что-то... У меня тонкий слух. Нюх. Ну-ка, Витя, скажи что-нибудь. Авелания, Джандис и Друид Инвалид летают. Кого? Войд, Бидон и Стелси на рейде. У меня подписка на этот, на Свет Небес кончилась. Сейчас продлю. Закидывай сразу на АКК. Сейчас ему косарь прилетит, нахуй. На продление. Хуёвое продление. Мышло удлинение. Инту, пристабав, лапку там пообновлять и каску. А чё остался стоит, где она там? Где она есть? В кашке, наверное. А, её всё, типа. Её, типа, уже всё. Оп, сюда, нахуй. Шкаф давайте сразу. Ну, сразу. Зачем? Я говорит. А вы поменяли уже? Там осталось уже сама камень жмет. Не все, пока натопнулась. Сумма. А, ну все, значит. Нихуя! Чего, блин? Скам какой-то. Ванька рофлит. Ванька вообще хорошо сделал. У него что, есть эти права? Нет. Это типа качественно написано просто? Да, качественно написано. Я понял. У него есть приправа, нахуй.
этот Саус. Я сам сразу тоже поверил. Пизда впадло было нормально писать. Сто, просто сто. Че, можно типа, блять, уйти из рейда и сказать, что я на замене? А желание, ты на себя тебе метку нет. Поставь. Как я на себя метку поставлю? Ладно, я... За что? Танкисты, пидарасы, танкисты, долбоебы. Чтобы тебя ушатастик был, он тебя просто ушатал, блядь. Кто это, блядь? Жалко, это у нас там этот чел был один. Они с Заханычем когда закусились, то типа танки говном. Ну, танки типа для честы. Подпивасных ребят, таких вот трехлетних с пузиком. Танкист, и понеслось. И понеслось. Танкист, там такое вот. Просто статистика. Мой писюн, танкист, пидарас. Лёха, тормози, нахуй. Хорош, да я голода волокаса, блядь, переслушал, чё ты, нахуй. Тю. На Валитре ещё нет усиления магии. Танки играть. На циркуле тратить Вальку или чем. На славу посмотрят. Я не думаю, что они будут вов играть. Они же не дауны будут, скорее всего. Свечка слева. Отдал Рома ауру. Если что. Среби чипом. Да вы заколебали, а. Чип в мозгу и хуй в жопе, блять. Вот будущее. Лёха что-то знает. Надо бы тебя это зачипить. Рипи? Нет, просто зачипить. Чипи-рипи? Зачиферить ты хотел сказать? Так как заколебали уже, ё-моё. Нормальный ник для тебя. Клава, ты прокинь, твои дети подрастут и будут пересматривать все твои видосы, как ты там... Дело. И через слово каждое просто клинч. Папа, ну ты бич, конечно. Знаешь, самое страшное? Эти дети будут сидеть и слушать его шутки, блядь, про не стоит там и всю вот эту хуйню. Это вообще пиз. А в какой-то момент они откушают, не откушают на АБМ. Его детей в школе будут одноклассники троллить видосы без папани. Так тогда, Воль, ты бы задумался об удалении Ютуба. Я тебя батя достер, нахуй. Это, и потом, прикиньте, такой приходит, это водится в старости, ему такие миллионы просто задонят. Почему? Потому что дети... Да, да, дети просмотры. В школу приходят, нахуй, там училка говорит, вон тряпка висит. И дети говорят, хуёво, когда висит. Вот так и будет, нахуй. Ебать, это самое лучшее. Если ты, нахуй, детей излагаешь, нахуй, я к тебе приеду, блядь. Это гимн, нахуй, ваш. Зачем? За весельем? Да, это ваш гимн семейный просто, хуёво, когда висит. Да, чуть знаешь, так это, на двери повешена там большая. При этом у Славы трое детей. На входе. И это, хуёвок да висит. Не висит нахуй, можно. Ну, хуёвок, по принципу, висит. Всю жизнь жил. Слава, у тебя трое детей? Че, серьёзно, блядь? Не должен висеть, запомни это. Подожди. Да тихо, блядь. Че, серьёзно, у тебя трое детей? Серьёзно. Не, он пиздит. Одна из них, это гильдия слезал голодный. Многодетный отец, получается. Кто приходит, его сын Мардаунд. Он его сослал нахуй. Да не, бля, по возрасту... А вы издеваетесь. Херово, него... когда тебе папа туда сослал. Кто там по возрасту Шалфира, Вилания и Заломаныч, бля, три ребенка. Нихуя себе ты, блядь. Ну, по голосу ты тоже, блядь, как бы. Во сколько тебе было? Похуй чё по голосу, блядь. Ебать, жестко. 15 лет тебе было, 15 лет? 19. А. Да
28. Походу, презервативы в то время вообще плохие были. Резиновые изделия номер 2. Чисто ГОС. Да, а просто что-то тоже понимает немного в этом. Да. Слава, у тебя реально 3 ребенка? Ёбнешься. А ты вообще их видел когда-нибудь? Ну, Слава, осколок. Не понял. Да, я бы за такое мут давал, ибан, блять. Не, ну это нормальный вопрос. Просто сказал, ты понял, что получилось. Я к тому, что... Да я к тому, что ты, короче, бля, Ваня, ты либо работаешь, либо ты в Вовке сидишь. Ты вообще сейчас, типа, ну... Мэтфокс, тебе идти надо? Все, вопрос... Как это работает? Ты же, типа, не видишь жену годами или что? Или вы развелись, блядь? Я понял. Ну, тогда все. Так вот ты почему зависаешь в Вове, да? Так, а когда ты это гильдию создал? 2 года назад. Получается, 2 года назад. Бля, пиздец. Сколько у тебя в процентах? У тебя 50% зарплаты элемента или сколько? Ну да. Все. 3 ребенка, половина. Так я что-то говорю. Дайте на трансмог. После таких новостей 2 презерватива хочется одевать. Че встали? Че, можно штаны? Упасть. Жестко, Слава, жестко. Пока кто-то не побежит, никто не побежит. Чтобы не было такого. Не, ну в 2000-е годы, блядь, не презервативы были, а целлофановые пакеты, поэтому похуй, в принципе. Да, рвались как шарики. Блядь. Гоша, нахуй. Все старики тут сидят, да, я так понял. Забирай, Слава. Ну как ты хотел. Хотя не, нахера у тебя силы и таз, нахер тебе не надо. Мне шапка нужна. А чё ты хочешь? Слава, тебе нахер не надо. Нахер тебе больше не нужно. Да, блядь, они все СРСки заберут, бери этот плащ. Бери плащ. Он, нет. До конца года доживем до этого. Ну, ты знаешь... Я тоже там пропаду, может, на месяц. Я не к тому, что ты не может, заберешь СРСки, я к тому, что, типа... Им всем в приоритете плащ СРСки. У тебя это там условно какой-то там твинк. Ну, типа, хуй знает какой. Ты вот и решай. Ну, ладно. А куда, Костя, денешься на 2 месяца? Ну, сегодня, типа, все в спину положили. Ребенок родится второй. Детей делать будет. Я понял. Последующих. Баба. А ей в конце года рожать. Куда вы пошли-то? Да. Трэша? Да. Ну, 2 ребенка это еще более-менее. Вот 3 это уже пиздец, отвечаю. Блять, 1 такой, как ты, это уже пиздец. Вот с кем берешься, от бойны берешься. Гоша, это твой отец сидит играет? Смотря где. Ну вот, только что сказал. Нет, к сожалению. О, счастье, не знаю. Понятно. Мой отец в игре не играет. Мой отец там просто... дачу строят. Мой отец, это твой дед. Пиздец! Твои дети так шутить будут. А сколько у тебя получается старшему? 10, 11? 12? Так сколько у вас получается? Пацан? Напоминаю, или девчонка? Warcraft 12+. Пацан? Как зовут? А кто назвал? На спорт. Евгений Вячеславович получается. Нормас. Войдов. Это врач? Войдов. Ну, походу, врач, блять. Бля. Лего. Носил испугать. Надеюсь, не Лего человечком. Будет подрабатывать в администрации Сируса. Секс-инструктором, блять. Будешь хоть игру нормальную сделать. Слава себе, лут подкручивать потом будет. Да я вам говорю, патч завтра, нахуй, и все, блядь. Слышь, блядь, такой, знаешь, вот. Ты мелкий,
Да патч давай пили, заебал. Ролл, стоп, постоянно будет. Батя играть хочет. Честно, к боссу подходим, вот такой, сейчас звонок сделаю. Алло, блядь. А ты вспомни, как он... 50% хп урезал. Мне этот, как его, багруху и колу. Я говорю, вот вспомните, как он наныл реворк, блядь, и этот... срез боссов, блядь. Вока. Так он не наныл, блядь. В смысле наныл? Он знал. Танки моча. Никто не знал об этом реворке. Дурак, я дал 50 секунд. Какие 2 секунды? Мобы не сошлись еще даже. Уже, блядь, бежит, бьет. Но... А лужи не было, все это хуево. После этого трэша никто никуда не бегит. Шкаф. Бит. Или не бегим. Джигит говорит. Никто никуда не рухается, ебаный рот. Уже все. Я уже замену сделал и ЕП накинул. Ты долго спал, бой. Если что, я могу. Если кому-то слот нужен. Релани чисто... Ну что, это дома? Чисто каждый день. После шейма чисто настроение на БГ, да, поиграть? Вот, перед тем, как ты ЕП накинул Шалфиру, Мэтт Фокс. ИП. Глаза открывай. Это как у Рарника спросили. А ты куда? Не я знаю, на БГ. Что тебе не показал. У меня 5-5-14. Вот видишь, у тебя стрелы. Но то, что... Да, да. Кто там, что там хидит, блядь? Шкаф поставил. Блядь, ебаный в рот. Леха говорил уже. Лёха, стопай его. Фэпсы мои фэпсы, блядь. Пора компьютер менять. Угу, они донатят в игру. Соглы. Это опрос сказал сейчас? Ну его зацепило, понимаешь, тогда. С учетом того, что ты видишь, даже не его касалось по итогу. Но запомнил, человек. Не, ну по факту-то оно так? Нет, по факту оно не так. Там прикол был в том, что кто-то, я думал, что это Продакс говорил. Опять? Сказал, что у них типа лагает, нереально, ничего не могу, блядь. Я думал, что это он говорил. А потом и порофлил, типа, лучше, блядь, комп в донат, чем, блядь, в игру. Ну это же... Не, ну у всех свои приоритеты. Не, ну не понимаю тех, типа, кто, например, хочешь, ну, ты может там задонатить, в 13 типа, поиграть, ну, играй. Что-то где-то, а ну сидит там на железе, блядь, 2000-х, условно. Это странно. Куда его ведут, ёбаный рот? Долоран. Да полетим на нем. За Долоран! За Азерот! За Долоран, встретимся, блядь. О, у меня есть прикольный видос по Долоран, кстати. Сойду с кино. Я тебе, да, видел это. Это не видите, это хуёво. Сейчас я... У меня видос есть про Человека-паука, там, вообще ржачный. О боже. Дверь мне запили, бля. Бля, что-то на кухне вылили. Ну, ещё вспомните. Господа, охладите ваше драхни, пожалуйста. Ебобаные вы, козлы, реально. Damn, son, where did you find this? Это, казалось бы, вообще, ну, дальше кринжа некуда. Лёха ещё подваливает. Так, ещё плюс один час хиллбоксер. Такая шутка, пинганула. Это ты, блядь... Чёрн... Чёрный друг или чёрный прибор? Это ты речь перед детьми подготавливал? Когда в правительство будешь срыгать или что? Я что понял, что такое, нахуй? Это помню, это мне, типа, ты только что отсосал всему району. Когда мы губы поцеловал, да, шкаф, нормально было. А? Да-да-да-да-да, я там это поцеловал. Шкаф и Сумонти в районе. Вместе с евреем. Слава, фласку с тебя, на П. В
натуре нахуй. О, за него награда назначена за голову. Круто. За кого? За Рея. А почему за славу не назначена? Я назначу. Да, кидай обмен. Возьмите рейтерки, лед, ауру. Ебать, его так-то 10 раз надо убить. И можно косарь полутать. О, неплохо. Все, милики, фласки не надо, да? А, не у тебя? Да, он же сказал обмен кидать. О, а что, фласки скипал? Раздают? Каску по Грею киньте. Ну куда там пес зевает? Слышь ты, бля, сам пес там. Да я с лука стреляю, сюда, какое обморожение, нахуй. Я с луком, блядь, алло. Что за блядь? Беги, малышка, беги! Лёха, массей, дай. Он хуя? Давайте. А то любят некоторые дохлые. Ну там хилы на ходу, поэтому могут обморожение не захилить. Опа. Опа. А в звезду? В звезду кто ставить будет? Ты видел? Там два человека, блядь. И мне еще туда выбегать. В звезду ноль человек. Разбили. Что разбили, он сам сдох. Ой, подзрыв. Да какой подзрыв, вы чё рофлите? Кого вы гоните, правда, разбили после второго взрыва? Он блядь, у него ну, секунд 8 было, чтобы встать. Перед взрывом как раз меня и разбили. Каким нахуй перед взрывом, я не рассказываю. Так, где там? Друид-инвалид, ресни хули дринка? А по Сефею же кто-то резнул, я вижу. Кто-то кастанул в нее рез. Не, я отменил. А, ты отменил. Ну тогда Вадикон резни по Сефею. Тоже в глуби была? Нет, она просто сдохла. Беги, малышка, беги! Короче, я в освобожденке там, но постою. Вы похилите. Давай. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Что пара здесь? Не разбей. Хули чё, вы там одну глыбу, блядь, бьёте тупо? Не могут, нахуй, контролить свой ДПС. Разбивать. Теперь без
Да что за ёб? Не убейте нахуй меня, освобожденка. Хлопайте. Я вас прошу. У нас куча хилов освобожденки. Пиздец, ГК два заряда освобожденки дает. 4 хила. Фаза. Фаза. Ой, выноси. Сейчас не хлопаем, не стакаем. Сразу не разбивайте, вот теперь бейте. Все. Стаки скинули, можно дальше. Репечик. Эту не бьем. Да в 50% подбили и стоп. Не, не, вообще не бить. Будет притяжка. Взято, выноси. Рядом. Рядом, 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 ставь, нет, рядом. С этой, в рядом. Рядом. Упор. Туда же, туда же. Сейчас надо, надо бить первую, по-любому, потому что он задыхаться начнет. Ну бейте, бейте потихоньку. Типа уже задыхаюсь. Все, все, разбить. Вторую не бьем. Да, а продакт ставь. Бля, не разбили. Он не успеет убежать. Ну ладно, замерзнет, замерзнет, ничего страшного. Беги, малыш, вот она. Беги. Заливайте. Чего разбиваем? Не подходите только, ёб, нет. Оу, чибери. Это ГП нахуй. А похуй. Сэр. Это с... Ждем, ждем, ждем. Ждем, 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 ждем. Бьем, бьем. Разбил. Юля. Завелаш. Ее быстро разбили. Сразу разбить. Разбили моментально. Бодикон. Ждем. А не, слышь, стаки скинули, сколько бьем. Повезло. Сейчас притяжка, что ли? Да, бидоном притяжка будет. Подзаливайте, подзаливайте ее. Да успеем, расслабься. Канцелятор. Канцелятор, останься. Ну, он выносит. Канцелятор. А, нет, все, оставит. В сторону, бьем Геру. Геру. Заливайте, заливайте, нормально. Нам до лича не откатится. Да, а, ну, блядь, издали. Ну, на личе дадим на другой фазе, ничего страшного. Под конец, на третьей фазе дадим. Вау. Смотри, не падает, не падает. Ну, ладно. Если шея никому не нужна, я заберу. Не нужна, получить. Осколок. А тебе нужна? Угу. Все, тогда вопросов нет. Ну, типа, есть шея лучше, но не имею ее. Не, базара нам. Смотрите меня на лича, у меня портал не работает. Бракованный, что ли? Походу. Никитос, ты потестите? А, или... в осколок. В смысле?
Ну, шею хотел. Или она прям нужна? Да нет. Просто статы. Ну, все, это, блядь. Сокет втыкаю. Да, давай. ГЦ. А тебе разве с хостой нужна шея вообще, да? Ну, типа, это, ну, нужна хаскрит в идеале, но это типа тоже норм. С бэски хаскрит есть. 284-я, прикинь. Вау. Ну это ебать. Это один на минуту. Этот гад. Ну у тебя башка сасна выглядит. Суманите. Че еще раз ты сказал? Башка сасна выглядит. Откуда, с бэса? У ханта. А, у ханта? Это, там в ней камень, типа, и этот на ловкости бонус работает. Ну только ты пятая голова такая. Да, это видишь, она нет, не с этого. Войт, будем на лича новую тактику вводить. Сумон есть? Ну, конусом. Но. Ну, я имею в виду, что РДД отдельно, миль отдельно. Спасибо. Зачем? Велосипеды забирать. Так, больше ДПС сохраняется просто. Тут у нас проблем с ДПС вообще никаких нету, если что. Проблемы с тактикой. Да. Никаких проблем. С исполнением. Да, вот, вот да, правда. У некоторых возникнут проблемы. Да нет, возникают сейчас до сих пор. Давайте сегодня Джанку убьем. Может, давай. Мы пройдем первую фазу и все. Как раз на лича 17 минут, и на нее там 13 минут, да? До конца это. Ну да. Да. Ты хочешь хилить 2 хэпала? И 6 хилов? Нахуя? В смысле? А, блядь, просто хиль. Вальки схватят троих и все. Юля, нет, пошли. Мы в 5 обычно ходим. Она захиливается, хоть там будет даже в 2 раза больше, она тиками бить. Надо, ладно. Лен, на Вилане, ну просит он в хила спекнуться. Ну, спекнись. Я спекнулся. Я просто кринжую. Кого? Чего? Он никнейм неправильно сказал, расслабься, блядь. Можно мардаун-то. Давайте убьем. Да, надо, давайте просто босса убьем. Кто будет босса? Плохое предложение, Костя. Скажите мне. Юля на боссе, Леха на трэш. Баклер, заклинатели духов, ебать. Вау! Вау! Ну тут люди точно постараются. 100%. 100 ИП! Ловушки улетели. 100 ИП! Где там мне? Сколько ИП? ИП! Минус 100. Плут убили. Комнату Слава кто водит? Войд, ты подиспелишь чуму? Все, Войд диспелит чуму. А если не с первого раза, то плюс 100 кп? Нет, то плюс 200 еп. Нет, да это уже чересчур перебор будет. Кто диспелит чуму? Войд, только что сказали. Чуму. Ты глухой, приглушенный. Все, так. Флут убили. Чувать очень сильно. Сейчас слушаем. Под плащ. Чего?
пробежал. Все в один фрейм. Авела не выносит. Под плащ старт. Ой, на тебе ловушка. Под плащ. Опа. Хил можно меня? Побежал. Урги выносит. Перед столбом. Да, я чаржить боялся. Пробежал. За столб. За столб, Лех. Да я от этих агр маленьких. Шаркар в рейде. Тарсминог выносит. Под плащ стали все. В один фрейм. Пробежал. Под плащ. Джер выноси. Перед столб. Нет, Леху сбрило. БР Вадикон, быстрее. Забафайте лапку. Перевели. Как под морду не вставайте, только к шаркам. Поменяйтесь местами, короче. Заберите трэш. Все, добили шаркающих, пройди спорить чему. Духов ловите. Бля, ебать повезло. Рогус, тебя второй на пол. Лингрена, пойди спать, все. Вадиком в бидона закинь, Иннер. По сверкам играем. Прохил, прохил. По сверке сыграли быстрее. Под плащ лечу, леча в центр. По валькам со... Разбежались. Осквернение. Под валик не налить. Леча в центр. И становимся в сторону портала. Сейчас вальки и осквернения были. Разбежались мелик. Ронс не бей. Сейчас осквернение на краю разливаем и уходим в центр. Так, осквернение 3 секунды. Разбежим. Леча в центр. В сторону портала. Стали все под плащ.
Вальке. По валькам сыграл. А чё, блять, они встали на испарнение и все летят? Ну я им стан дал. Осквернение, разбежались, в подвале к ним налить. Леча в центр. И в сторону портала. Вальки, осквернение, разбежались. Треугольник. Ебать. Кружочек быстрее. РДД кружочек. Милики отошли от кружочка, улетаю. Сейчас Милики нужно будет расти. Попрыгивай отойти. Сразу. Выбегай. А ты, блин, конус сможешь, Фрай? Смотрим. Ромбик, ромбик сыграли быстрее. Стан есть? Начинай играть. А, понимаю, выкинул. Я, блин, конус, и меня скинул. 43. Разбежи. Разбежались, осквернение. Центр не налейте. Один процент. Все на кровь. Переводим. Все на кровь. Покрудал. Да печи на каждом боссе лежит? Нет, только на Ильиче и на Синдре. Все. На принцах. Сыграли на в боссе. Да, профессор. Все, флут убили. В комнате за звездой на портал. Все в звезде бегают. По сферкам сыграли. Вадикон Иннер в Джандис, Друид Инвалид Иннер в беду. Перебежал. Серу разбить? Блять, подвесил. Залагало у всех? Да. Да. Не у всех, но у кого-то залагало. Я перехватил. Убили сферу? Ну, я вижу. Висит сервер. Комната. О, вам повезло. А метку я могу поставить на себя? Не могу. Он нас всех скинул вниз. Я вас в курсе вижу. Вас поймало. Налево, блядь, хильте. Я весь... типа нихуя не вижу, у меня до сих пор да, до все всего... выкинуло. Завалите ебало, нахуй себе. Да вон, не все тени. Там 4 или 5 дисконнектов. А нет, что конечно. За хуйня, блядь? Ублюдский сервер, вот что за хуйня. Ну, есть такое. Он даже сейчас еще пролагивает. Угу. А че, может это, блядь, видос скинуть или че? И скинул. Нет, так он нас еще и типа скинул. Он нас прикинул, да, вниз нахуй. Ты посмотри, где мы умерли, просто в воздухе висим. Вот тебе, блядь, и 100, говорит, ЕП. Заходим? Что за кал, блять? Напиши, Войд, пришлось рейду выдать 100 гп из-за того, что с первого раза не убили. Это все из-за вас. Ну, пидоры вонючие, вот так вот им напиши, ну. Ты почти Джандис нагнал. По абсорбу? Нет, полностью по всему выселению. У меня по всему... Джандис 8,7, ты 7,7, бидон 5,1, друид инвалид 4,5. Вилания там просто на я это в углу. Юля, сервер такой. Ну, это с абсорбом.
у него это валик 2.5 ляма на абсорбил. У бидона лям. Нормально. Два валика, 3.5 ляма. Подожди, блять, какой же мочой этот сервер? Чем я нахуй нахилил 700? Как-то... Знаешь, по-другому почему-то показывает. Как там... Священный щит на себе вешал. В смысле, что там абсорбит он тебя? Он не абсорбит много. Он нормально абсорбит. Абсорбит. В данный момент он абсорбит 1500, нахуй. Это тебе показывает. Виланя, у тебя показывает, Волонир? Да, сейчас, Леха, да. У тебя абсорб идет Т5. Да, Т5. Плюс еще Т5, да. Там защита для некролей 1 022 000. Нафига. Ничего, у нас с тобой такие разные цифры. Ты щит, да, когда юзаешь, это, значит, тебя щиток лишь. Понял, ну. Может, он считает чей-то абсорб под валик, например, скидывает. Не-не. У меня комната, наверное, не засчитала. А, может быть. Физа. Где там притон? Не пускает. Кринж. Это все на Егора виноват. А, я понял, Глеб. Ты по Тевилаши, понимаю. Я над. Не под. Давай не будем. Шалфет. Рома скинул тебе, я не вижу. Значит, ты по Тевилаши. Смотри, Шалфет 279 тысяч нахилил. Ну, можно 7-го взять хила, может. Давайте 10-го, сразу 10 хилов пойдем, хуй нам. Пол рейда хилов сделаем. Если что, у нас 6-ю, или сколько у нас там, 6 хилов сейчас, да? Да. У нас сейчас 6 хилов, охуенный перекап ДПСа, поэтому я не знаю, чего вы ебываетесь. А, то есть, если перекап, то можно еще типа плюсовать хилов. Нет, я тебе говорю, потому что, ну, до ДПС сейчас доебываться не надо, типа. Вот бьем, блядь. Так, а кто доебался? Не, ты что-то слышал про ДПС? Не, я тебе говорю про то, что вот сейчас хилов нормально и дамагеров нормально. Не, ДПС значительно вырос. Типа сейчас лучше пусть будет больше хилов, постараться, да, когда хватает ДПС, чем у нас будет меньше хилов, и мы будем иметь шансы хуй сосать. Все равно ты его сильно быстрее не убьешь. Он у нас духи умирают, они даже дыхание дать не успевают. Зачем, понимаешь, ты это говоришь? Дайте пристабав, хлапну. Отдал барабана. Урги, где барабаны? Я дал бабаны. Я не вижу бафа. Так, блять. А, вот. Че там притон? На. Да ему по барабану, понимаешь? Спасибо. Не, ребята, не пускают на серв. Соединение установлено и все. Замена есть? Минут через 10. Пустит. Блять, проблема в том, что мы... А, у нас есть еще один лог. Может быстрее даже. Твою мать. А чё у нас ДЦШП делает в рубиновом святилище? Что-то я нихера понять не могу. Ао, блядь, Астадель, блядь. Ау-ау-ау. Сейчас. Вон там АДК какой-то есть. А, новый какой-то, ну. Сейчас тебе ГП дадут за то, что не вспомнишь. Вспоминай, напомни, твари. Да, даже если ты никогда не знал ее, вспоминай, сука. Запомните, твари, сука, забыл, напомните, твари. ГП, блядь. Заебись. Забыл, твари. Дайте ГП, твари.
Сэр Бич. Вагон. Вот Офман. Под плащ стали, все в один фрейм. Можно Геру, да. Охуем, Геру не пропустил. Пробежали. Под плащ стали, все в один фрейм. Пасифея, выноси. Все под плащ. Под плащ стали. Пробежал. Обела не выноси. Пробежали перед столбом. Перед столбом, стоп. Все под плащ. Леха в рейде. Пробежали за столб. Халфир выносит. Под плащ стали. Лингрена не уроните. Пробежали. МВП Хант. Перевели. Видишь, раньше уже. Завершали. Ну, Гера в начале была. Мы 2 минуты переводили его. По сферкам. По сферкам сыграть. Ребежи. Под плащ. Сейчас в центр. По валькам сыграть. Оскорнения разбежались быстро. Лича в центр и на портал будем.
Вальки, сейчас осквернение. Милики разбежались. В подвале к ней налить. Больше по трусам. Ром. Трусы сосок, срочно. Трусы станы, что ли, бля? Сейчас осквернение здесь разливаем на краю и уходим в центр. Разбежим. На войде. Плащ ставь. По валякам сыграть. РДД в ромбик. Милики, кружок трус. Разбежались милики, осквернение. Лича в центр. Запечи. Как дела? Да как ебать ближний бой? Высшая подаровка? Какой в сторону стал? Портала будем лететь. Стали. Я не вывелашу давал, я вообще другого человека давал. По валькам. Милики разбежались, осквернение. Кружки хил. Сука, 30 тысяч ТП ставил. Трусы могу завейниться в кого-то. Если на краю встанете, могу завейниться, блядь. Можете... Смотри во продекса, вейнись. Да похуй уже, они разбивают. Лечав. 45. В сторону портала. Осквернение, 3 секунды, разбежали. Сейчас валик не бьем, надо будет леча, да, леча вести и переводить его. Леча, да. В сторону портала на край, Юля, веди. Быстрее на край, быстрее на край. 1%. Перевод. Леча, леча. Леча. Те, кто в вальках, блядь, желаю здоровья. Масс сейф. Там сейчас кто-то вылетел. Там Терсминог вылетел. Он далеко стоял. Хуй знает, где стоял. АЕКФМ еще вылетел. Вот здесь вас бэрить. Аек, да, Терсмин. Не надо. Не надо их бэрить. Сиди спокойно. Хм, прикольно. А, танки агро. У. Вставалка есть, Терсмин? Да, она ж написала, встанет после фаз. Понял. Давай только уже после комнаты встань. Помогите разбить. Сферы. По сферам больше, больше сыграли по сферам. Поэтому задуло их нахуй. Перебежали. По сферкам. Духу пока сыграть. Это комната. За звездой на портал. Меня в башню притягивает. За звездой на портал собрались. Налево идем. Все в звезде. Все, пробегаем. За угол, здесь стоим. Да нас зацепят. Пробегаем, массейф, ебаните, быстрее пробегайте. Ебанул. Духов убейте, вот летят духи. Духов не пускайте в рейд. Выход 2 секунды, осквернение сразу будет. Разбежались. От него отходите, на ком осквернение? Ладно. Вставай, Терсмин. Лапку, каску, пристабав. За леча стали все пока.
После следующей комнаты будем Геру сдавать. Осквернение разбежать. Опять зависло нахуй, я ебал это все. Да, балагала. Переводи. Далеко не уйди, чья комната. За звездочкой на портал. О, 1-4-8-8 носил. Налево пойдем. Здесь стали. Пробегаем, пробегаем. Здесь стоим, бомба, хлоп. Еще одна. Пробегаем. Пробегаем и эту быстрее. Вот здесь стопнули. Мас сейф. Захил, захил. Пробегаем. Пробегаем за угол. Осквернение разбежали. Смотрите, там дух. Леха, давай, хлопай. За Лича все спрятали. Геру. И Геру сдали. Геру обещали, не там. Потихоньку переводи. Осквернение 3 секунды, разбежали. И за Лича все спрятали. Сдай в него зубы, Слава. За звездой на портал. И налево. Духов не пускайте в рейд. Захил, Пробегаем. Бегаем, пробегаем, далеко пробегаем. Аж за угол. Пробежали. 5 секунд до выхода. Здесь стоим. Осквернение разбежали. Там один дух, Лех. Добиваем здесь. Осквернение 5 секунд. Сейчас бежал. Заявил, нихуя себе. Ну. Красавчик. Опять вайпнулись. Одна Юля молодец. Ебашь. Хорошая, аж шутить уже вот это. Мне тоже а уже, есть, блядь, я а в охуе, есть что? Общий ДПС? Вайп на Личи! За Лича. 273 тысячи. Да нет, в смысле... Ебать, я седьмой без хил, разрывов, блядь. Типа, кто-то может скинуть? В смысле без разрывов? Общий нанесенный ну, урон? Типа, или что? Ну да, да, типа... Общий нанесенный был... урон 219к. О, ой, ну 219 лямов. Холидринг понял, кажется. Ага. Чё, Джандис, тебе неправильно показано? Ну, ты типа в трешку же? Я? Да. Да нет. Вихрь стали, 15%. Так это, блядь, попался хуйня. Что ты мне рассказываешь, блядь? У всех разные, я понял. Что-то немножко не сходит. Вихрь обычный, 7.5%. Ну и чё? Ты что, ты думаешь, я валик не кручу, что ли, или чё? Оно мне посчитало, знаешь, что в раи? У меня абсорб священного щита...
4 ляма. Никитос, а ты в техподдержку не писал? Мы же не удалили якобы его. Нет, я сегодня не спрашивал. Говорят, что падает, но очень редко. Прямо да, очень... он просто редкий. Там говорят, фетиш тоже, типа, порезали шанс конкретно прям. Нахрена спрашивают? Можно не бить, да? Там фетиш падает, когда он никому не нужен, типа, вообще. Когда он у всех в рейде есть, да? Ну да, типа, это как-то ролится у них там, по-любому это сделано. Если и даггер тоже будет падать, если он будет у всех. Пушка с ТГ-306 тысяч, Волонир, миллион. Че, печеньку мне дадите одну? А мне? У меня Волонир вообще 3 ляма показывает. Подождешь. И молока нальем. Лям 18. И 813 у бидона. Если так разбираться, Леха, то тогда печеньку у Ваньки надо давать. Да, у него... Что-то с детлой случилось. Ему надо... на мейн спек бошку. Да, 4-5 у него. Я есть, ему голову мейн. Надо загреть. Вот упал. Пашка. Только не пишите. Че, Слава, плюс 100 ЕП? Ну, блять, это технически было, охуеть. Давай по-честному. Да, это, блядь, технический вайп. Йо, подтянули ты в Славку. Ну, за слова-то подтянули, блядь. А ты не за нас, вы залагали. Славу за слова. А, вы залагали, я понял. Все остальные-то нормально были. Не, ну согласен, у всех пролагало. Тем, кто залагал тогда ГПФ... Замена плюс. Я, кстати, не залагал в тот момент. Без ровно. Вообще затрандите. Не, когда типа все сказали, что у них залагало, я такой типа бегаю, такой... Ох. Так, опа, а сейчас со стернения кто-то не вынес. Я понял, блядь. Сейчас еще чуму кто-то не вынесет. Это у тебя ДБМ? Я сам чума. Тут же заебало, блядь. Реально. Залетит ебало, правильно. Так. О, Артём, смотри, прикол хочешь? Кидываю в речат. Я твой хранитель. Видишь, священный щит, что у меня с ним? Осколок. Я не знаю, мне у тебя шалфир там кто скинул. На я вообще месте, не удивлен. Да? Ну, у меня на пятом. Глора и клятва. Я твой Глора. И осколок. Да, по даггерам отмена. У всех людей абсолютно в рейде будет пушка с лича, кроме меня. Кроме Седжу. А у меня не будет пушки с лича. Типа в гильдию. Ну да, зачем, ёпта, конечно. На трансмог. Ну, мне на фурика, если делать. Глора на фурика, да? Ну, в ЗГП получается. Ну... Не, как не, ты не, мастере заберешь? Мне похуй. Ну, да? Ну как, мне надо до него-то что, вторая пушка, да и все. Как хотите. Кому? Отдаем. Хотите, не отдавайте. Я не буду даже... Я бы уже тогда Джендису отдал. Ну это 284-я шпу. На ретрика. Мне кажется, уже лучше это на Фурика русский побрать пушку. А, ну да, мне кажется, на Фурика. Дает. Так он Леха говорит, что у него для Фурика тупо пухи нету, как бы. Ну, там на не... Фурика берется либо крит РПБ мастерка, либо РПБ меткость пушка. Ну, и сильно не проседать по РПБшке. Да там нет просадки про РПБшки вообще. Ты похудовал? Ну, как сказать, нету. Там, чтобы камней сильно много не вставлять. Типа... Две мастери не хватает без горы. В данном контенте. Нет, хватает, скажите так. Смотри, идет, что получается. О, сейчас скажу тебе, чем. Пояс, кольцо. Ноги. И. А, точно, получается... апокал уже еще. То, что нет, нет, нет. Смотри, ноги 271. Там же надо минус. Потом... Пояс, да, мастерка, и мастерка идет просто один камешек. А, не, минус 5 одного босса. Я на профи был, ну, половина профа, там сами решайте, либо минус 100, либо минус 50. Там максимум, что придется ставить, это один камень на мастерку, только, все. Че, и подали, да? Там, дай, пожалуйста, мне потом, после коня этого. Кто пойдет с ЛК 10 гир? Какого коня? Яхта. Портал стоит. Что, кому там коня-то дойдут на этой неделе? Сейчас я релогнусь. Плюсанете в гильдии. У меня нет коня. У продекса нет коня. Там заломал, значит, так сильно хотел. У Лехи урги нету. Ты сильнее хочешь, конечно,
Пусть забирает, если ему очень надо. Не, ну он друид, как бы, такое. На пол шишки больше, да? Знаешь, у Закханыча сгорит нахуй. У Закханыча... А чё ему? Представили его? Он коня хочет. Коня. Ну, конь каждое КД падает. Чё, продуктивный день. РС. Целка. Ну да, надо ещё камни стрелять до хуя. Не, молодцы, сегодня вообще хорошо. Сервер пидорас. Если бы сервер пидорас... У нас бы ещё бы полчаса было свободно. Даже больше. Было бы вообще... Не, и так охуенно прошли. Два рейда закрыли. Ладно, ну, давайте. Всем покидаем. Давайте, всем пока. А, топ, топ, ЮПш еще раз кинуть. Давайте я задержу. Какую-то херню сейчас снес, да, в Элеме будет дамажить. Обмануть, походу, нас решил. Ну ты хоть сам видишь-то? Где ты? Вот я сейчас на лече давал 17, пока не сдох. Да я, ебать, сделал вмешательство ебаный, и мне просто по чайнику дало. Так. Ну я не поверю, что... Я не поверю, что... Да ну...